лежала в казармах. Возле ног? Да. Лежала и захлебывалась от анонизма своей спермой. Глядя на русский красавец. Молодец. И вот этот белый костюм говорит, что там проститутки, а у нас чистые, хорошие, прекрасные девушки. И наши лучшие в мире машины. И наша прекрасная молодежь. И предатели есть министры, депутаты и губернаторы. А они прекрасные, посмотрите на нее. Белокурая, посмотрите. Посмотрите, какое тело. Все. Чистое, хорошее. Все. А они все чахлые, все. Пропитанные наркотиками, все прокуренные, все со жвачкой. Макдональдс. Вот она, Россия. Вот. Русские машины самые лучшие. Русские машины. Русские машины, русские девушки, русская музыка и русская армия. Ура! 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 Молодец. Аккуратно. Я знаю. Аккуратно. Аккуратно, не торопись, не торопись. Не торопись, помогай. Аккуратно все. Аккуратно, еще аккуратнее. Вы все поняли? Наши машины самые лучшие. Почему? Они могут пройти по любой дороге мира. Их машины красивые, но они не смогут пройти, они остановятся.